Hey. Hey. Киев Сити не перестает радовать своими яркими танцевальными событиями. И сегодня это хип-хоп андеграунд сейшн в ночном клубе «Форсаж». Сегодня здесь собралось большое количество участников, детей, их родителей и просто фанатов танцевального искусства. Ну и, конечно же, Dance TV UA хотелось бы полюбопытствовать, что происходит в стенах данного феста. Очень классная атмосфера находиться среди своих, ну, людей, которые вот чувствуют именно хип-хоп, вот это все. А нравится, что происходит это все в клубе? Да, это очень круто. Что нравится сегодня на чемпионате? Но мне понравилось больше всего выступать, как танцуют. А родители что скажут о сегодняшнем мероприятии? Все замечательно, хорошая атмосфера. Детям нравится, это самое главное для родителей. Как танцуют детки, нравится. Нравится, как танцевал мой сын. Что люди поддерживают друг друга и хлопают, и орут. И как-то так лучше получается танцевать после этого. Организация клуба. Все очень круто танцуют сегодня. Все, от всех идет энергетик, ну, энергия. Кто родители танцевали в их возрасте? Какой стиль был моден? Не помню. Ну, может, диско там или еще что-то? Наверное, диско, да. Диско, да? Ну, нравится нам здесь все, очень драйвовое настроение. Детки просто супер молодцы. Интересно посмотреть, как танцуют более взрослые. Куда нам расти, потому что нам всего лишь 6 лет. А нравится, что происходит все в клубе? Это ведь такая культура андеграунд. Но, наверное, было бы странно, если происходило где-то в другом месте. Вы танцевали в дикой молодости что? Было Tone Limited и тому подобное. Было когда-то. Ну и хип-хоп, конечно, тоже был. Поэтому... На самом деле были такие вещи, как Доктор Дри тот же и так далее. Поэтому это ж не вчера появилось, на самом деле. Нравится здесь? Да! Хип-хоп Underground Session проходит в 2 этапа. В первом этаже сейчас проходят соревнования по соло и дуэтам в разных стилях, а также шоу команд. А на нулевом этаже вот в ближайшее время будут проходить батлы хип-хоп и брейкинг, где будут соревноваться как и дети, так и взрослые участники. Тут мне все нравится, потому что все тут круто. А что именно круто? Ну, например, то, что кучи известных людей, кучи орешков. А кого в этой куче людей знаменитых ты знаешь? Снега. Я знаю нашего учителя, он в пиджаке там. А кто он, ваш учитель? Он великий человек. Кто? Великий человек. Сергей Шимко, да? Да. Dream Team придумал. Так а кто он сегодня здесь? Он сегодня, не знаю, может судья, может администратор. Ага, вот так вот. А то, что он организатор Hip-Hop Underground Session, это вы не знали? Нет. Всім привіт, у нас Hip-Hop Underground Session. Вчора проходили воркшопи від крутих танцюристів. Сьогодні у нас батли. Дуже багато дітей. Приємно, що наша молодь підтримує багато розважальних центрів. За це їм дякуємо. Такі як Excellent, такі як Joyland, такі як Дитяча планета. Дякуємо за підтримку Левіну Володимиру Іллічу, депутату Києво-Святошинського району, який також допомагає спонсорстві Hip-Hop Underground Session. І сьогодні ми нагороджуємо наших дітей чудовими подарунками, що дуже приємно, діти задоволені. Дякую всім, хто приєднався до нашого фестивалю, дуже приємно, приходьте ще і будемо прокачувати. До нових зустрічей! Пожелайте щось Underground Session! Ну, чтобы все было круто, чтобы дети танцевали, чтобы им было весело. Ну и чтобы у нас появлялись новые чемпионы, которые гремели бы на весь мир. Желаем, чтобы еще такие мероприятия проходили почаще. И
всегда была крутая очень. Процветание и поддержки государства. Мы желаем хип-хоп Underground Session всего наилучшего, чтобы он стал мировым супертурниром. Underground, 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 underground